Президент России Владимир Путин сегодня поздравил своего американского коллегу Барака Обаму с днем рождения. Президенту США была направлена поздравительная телеграмма. Телефонного разговора с Обамой в графике российского президента на вторник нет, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. За последние 5 месяцев лидеры России и США общались по телефону только дважды. В конце июня по инициативе Путина они обсудили ситуацию в Сирии и 16 июля по инициативе Обамы, через 2 дня после подписания сделки с Ираном. В Москве нынешний день рождения Обамы не был отмечен скандальными выходками, подобными тем, что произошли год назад. Тогда на стену американского посольства спроецировали российское изображение «Обама ел банан». Еще один оскорбительный баннер вывесили напротив здания. Российские оскорбления в адрес американского лидера также регулярно звучат в таких недружественных Америке странах, как Северная Корея и Иран. Напомню, что Бараку Обаме сегодня исполнилось 54 года. Он родился 4 августа 1961 года на Гавайях в городе Гонолулу. В 2008 году Обама опередил на выборах сенатора Джона Маккейна и стал первым чернокожим президентом в истории США. Спустя 4 года он вновь победил, на этот раз Митта Ромни. На днях в ходе своего африканского турне Обама заявил, что мог бы и в третий раз выиграть президентские выборы в США, но глава государства должен уважать законы и демократический процесс.